Всем привет, мои солнышки, мои хорошие! Добро пожаловать на мой канал. С вами снова Марлена С. Сегодня такое праздничное настроение. И пользуясь случаем, я хочу поздравить всех девочек, девушек, женщин с праздником весны, с Международным женским днем. Девочки, всем желаю, чтобы каждый день был как праздник. И будьте счастливы и любимы. Что нам еще нужно? Ну что, давайте кушать. Я приготовила вот такую, поближе покажу вам. Оп-оп-оп-оп. Боюсь, сок выльется. Тут омлет с помидорами и с куриной грудкой, и с лучком зажаристым. Должно быть очень вкусно. Помидорчики, огурчики. Пить я буду кофеёк. По традиции глоточек. Я не знаю, что я буду делать, если кофе исчезнет на планете Земля. Я такой кофеман. Это прям мой наркотик. Ну и в честь праздника откроем с вами Рафаэлку. Мне тут уже с утра подогнали такие вот красивые тюльпанчики. Они еще не раскрытые даже. Будут раскрываться постепенно. Будет очень красиво. Так. Полью я это все вот таким сладким чили-соусом. Я его показывала в вчерашнем видео. Чё-то он мне так полюбился прям. Аж слюнки текут. Ребята, простите меня, пожалуйста. Я знаю, что это будет грязно, но я очень хочу покушать вот руками с лавашом. Как в детстве. Вот кавказские люди меня поймут. Мне прям вот хочется ее руками так покушать. Простите, если это будет грязно, но постараюсь, чтобы это было красиво. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе со мной. Ой, я же забыла. Давайте сегодня приятного аппетита скажем на английском языке. На английском языке приятного аппетита звучит как enjoy your meal. Enjoy your meal. Казалось бы, простые обыкновенные продукты, но это так вкусно. Очень-очень. Тут еще сок от помидорчиков. С детства обожаю яичницу с помидорами. Но именно так, как готовит моя мама или моя бабушка, как готовили раньше. Знаете, это все на топленом маслечке, с помидорок чистится шкурка. Все это жарится. Я знаю, что, например, в Израиле это блюдо называется шакшука. Там тоже это вкусно готовят. У меня помидоры в яичнице, помидоры тут. Помидорный день сегодня. С
мясом она вообще такая сытная получается. Ну, здесь немножко, 40 грамм, наверное, у меня куриной грудки оставалось. Божественно, люди, это божественно. А когда кушаешь руками, вдвойне вкусно. Мне просто вчера в рекомендованных попался какой-то арабский блогер, мукбангер, АСМРщик. И он так красиво и аппетитно кушал руками, что мне тоже захотелось. Блин. Безумно, безумно вкусно. Мне еще нравится, как в азиатских странах, в Средней Азии, в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, когда они кушают плов руками. А это тоже нужно уметь, я вам скажу. Рисинки так рассыпаются. Кстати, ребята, у вас уже 50 человек. Божечки, это так приятно. Спасибо за то, что смотрите. Спасибо, что подписываетесь. Пишите комментарии. Мне это очень приятно. Всех люблю. Я предпочитаю все-таки больше вот такую домашнюю еду. Вот суши. Всякий фастфуд. Можно побаловать себя раз в месяц, но это все равно не так вкусно и не так тебе по вкусу, как ты сам себе приготовишь. Я такого мнения. Тын-тын. Конечно, в честь праздника можно было бы шампусика бахнуть. Но сейчас утро, какой пить? Я не могу без эмоций кушать.
Ну, конечно, вкусно. Чем мне врать? Говорить вам. Очень-очень-очень вкусно. Я, конечно, на всякий случай принесла вилочку, но она мне не понадобится. Так вкусно. Зачем вилка, когда есть лаваш и руки? Ха. Почти доела. Но напишите в комментариях, а вы любите есть руками вот так? Или для вас это дикость? Вкусняшка, просто вкусняшка. Ребят, помидорчики я не хочу. Рафаэлки. Кто любит рафаэлки? Тихо, так вот высыпаем. Вот они. Красоточки. Вкусненькие. Я лично обожаю эти конфетки с детства. Они у меня ассоциируются с детством, с праздником. Именно почему-то вот 8 марта принято девочкам дарить рафаэлки. Посмотрите. Разве не красота? Нежнейшая. Все, давайте еще одну и все.
Вот для меня сегодня было мега вкусно просто. Ребята, это обалденно. Готовьте сами. Ну что, ребят, всем огромнейшее спасибо, что покушали вместе со мной. Девочки, еще раз поздравляю всех с праздником. Ну а мальчики, создавайте для девочек праздник каждый день. Всех люблю. До новых встреч. Пока-пока.